Глава региона Евгений Савченко провел встречу с жителями Белгорода. Темы самые разные, от ликвидации второй смены в школах до развития Центрального парка областного центра. Диалог принес ряд конкретных решений. Известная зарубежная компания «Монсанто», мировой лидер в селекции кукурузы, открыла в Белгородской области инновационный центр. Он расположился прямо на испытательном поле, где проводят более 600 различных исследований. Научно-экспериментальная площадка привлекла внимание аграриев со всего Центрального Черноземья. Белгородские таможенники предотвратили вывоз из России старинных монет времен императора Николая I. Коллекцию обнаружили при досмотре в поезде в багаже у гражданина Украины. Сейчас проводится историко-искусствоведческая экспертиза.